Я рада приветствовать всех на своем канале, любимых подписчиков и гостей. Если вы находитесь на моем канале впервые, советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также вступайте в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Ссылка находится под видео. Сегодня мы будем рассматривать узор для сарафана, удлиненной туники, платья. Можно применить куда хотите. Здесь у нас два узора. Это верхняя часть этой модельки. Мы уже вязали. Ссылку я оставлю. И нижняя часть юбки. Все просто и легко. Итак, мы начинаем. Для первого узора верхней части этого сарафана мы наберем 15 воздушных петель. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я думаю, достаточно этого узора. 2 воздушные петли. В ту петлю, которую держали, мы заходим и вывязываем 2 столбика с накидом и 1 воздушная петля между ними. Мы провязали 1 столбик с накидом, 1 воздушная и в ту же точку 1 столбик с накидом. Вот так. Далее пропускаем 1 петлю, заходим в следующую и вывязываем элемент столбик с накидом, 1 воздушная и столбик с накидом. Мы уже вязали такое платье, ссылку я оставлю наверху. В подсказках. Так, значит, пропускаем 1 петлю, заходим в следующую, вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная и в ту же точку столбик с накидом. Пропускаем 1 петлю, заходим в следующую, вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная и в ту же точку столбик с накидом. Пропускаем 1 петлю внизу, заходим в следующую, столбик с накидом, 1 воздушная в ту же точку, столбик с накидом. Пропускаем 1 петлю, заходим в следующую, столбик с накидом, 1 воздушная и в ту же петлю столбик с накидом. Пропускаем 1 петлю, заходим в следующую, столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. 1 петлю пропускаем, заходим в следующую, вывязываем элемент, состоящий из столбика с накидом, 1 воздушная и в ту же точку столбик с накидом. Первый ряд связан. 2 воздушные петли, переворачиваем работу и теперь заходим внутрь нашего элемента. Мы вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная и в ту же точку, в арочку, столбик с накидом. Переходим в следующий элемент в середину, вывязываем столбик с накидом, 1 воздушная и в эту же арочку столбик с накидом. Переходим в следующий элемент, столбик с накидом, 1 воздушная и в эту же арочку столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, в серединочку, столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 1 воздушная, столбик с накидом. Таким образом вот вяжется верхняя часть этой модельки. Если она пупырится, ничего страшного. Потом, когда вы свяжете большую ткань, полотно, она выровняется. Вот. Это значит верхняя часть этого сарафана. Далее у нас будет рисунок, идет же наверх. Когда вы свяжете верхнюю часть сарафана, набор петель идет вот с нижней стороны детали. Как это происходит? Давайте мы сейчас его перевернем. Этот у нас образец. Мы заходим в первую, в крайнюю петлю и набираем 3 воздушные петли подъема. Да? Вот так вот. Теперь пропускаем 2 петли, заходим в серединку элемента и вывязываем элемент, состоящий из 3 столбиков с накидом, 1 воздушная, и в эту же арочку, точку, еще 3 столбика с накидом. Можете, как показано на фотографии, провязать сначала, отделить верхнюю часть от юбки столбиком без накида. Далее, ну, чтобы потом было вам удобно отсчитывать петли, которые показаны по схеме. Вот, теперь, значит, мы пропускаем 2 петли внизу. Это у нас 1 петля, которую мы пропускали, и следующая. И заходим в 3-ю петлю, это между элементами, и вывязываем столбик с накидом. Далее мы пропускаем еще 2 петли, заходим в серединочку, 2 петли, вот, и заходим в серединочку следующего элемента и вывязываем элемент, состоящий из 3 столбиков с накидом, 1 воздушная. И в эту же точку еще 3 столбика с накидом. 2, 3. Вот таким образом у нас получается рисунок. Далее мы пропускаем 1 элемент, это 2 столбика. Заходим между элементами и вывязываем столбик с накидом. 1. Как это было у нас здесь. Вот между элементами у нас столбик с накидом. Далее мы пропускаем 1 элемент и заходим в следующий. Пропускаем 1 элемент и заходим в следующий элемент. И вывязываем элемент новый, состоящий из 3 столбиков с накидом. 1 воздушная. И в эту же арочку, в этот же элемент 3 столбика с накидом. И в конце ряда, в 3-ю петлю подъема, мы вывязываем столбик с накидом для выравнивания края. Вот таким образом. Давайте я сейчас переверну, покажу. Это у нас верхняя часть. Да? Вот то, что сверху. А снизу это юбка. И она идет до той поры, пока вы хотите, чтобы она была у вас прямая. Давайте мы еще 1 ряд свяжем. Это у нас получается... Мы вот закончили ряд. Да? Вяжем 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, а заходим сразу в элемент, как показано на схеме. И вывязываем точно такие же элементы. 3 столбика с накидом, 3, 1 воздушная, и в эту же арочку 3 столбика с накидом. Вот таким образом. Здесь мы уже не запутаемся. У нас был столбик с накидом в предыдущем ряду. Мы заходим в макушку этого столбика и вывязываем точно такой же столбик с накидом. Далее мы заходим в элемент, состоящий из 6 столбиков с накидом и 1 воздушной петли между ними. Мы заходим в середину элемента и вывязываем 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 1 воздушная, и в эту же точку 3 столбика с накидом. Далее мы заходим в отдельно стоящий столбик с накидом и провязываем в него столбик с накидом. Далее мы заходим в середину следующего элемента и вывязываем 3 столбика с накидом, 1 воздушная и еще в эту же арочку 3 столбика с накидом. В конце ряда, в третью петлю подъема, это обязательно мы вывязываем столбик с накидом. Таким образом, давайте я опять переверну. Вот что у нас получается. Лиф вот с этой стороны, юбочка. Так, теперь смотрите, мы вяжем столько, сколько вы хотите, до колена. До колена мы связали таким рисунком. Юбка у нас идет прямая. Набираем 3 воздушные петли, переворачиваем работу. Первый столбик мы не вяжем. Мы заходим в элемент и вывязываем элемент, состоящий из 3 столбиков с накидом. 2, 3. 1 воздушная петля и опять в эту же точку 3 столбика с накидом. И вот теперь у нас начинается, когда мы довязали до колена или до той длины, сколько мы захотели. Из одного столбика мы вывязываем 2 столбика с накидом. То есть у нас юбочка уже начинает фалдить. Заходим в следующий элемент и вывязываем 3 столбика с накидом. 1 воздушная. И еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Заходим в отдельно стоящий столбик и вывязываем из него 2 столбика с накидом. Заходим в элемент и вывязываем элемент, состоящий 3 петли, значит, у нас, а я что-то не туда. Заходим в серединку элемента, вывязываем 3 столбика с накидом. 2, 3. 1 воздушная и в эту же арочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И в край мы обязательно в третью петлю подъема вывязываем столбик с накидом. 1. Теперь либо нам достаточно этого и мы провяжем столько, сколько нам надо, да? Например, 10 рядов мы связали с одним столбиком, 5 рядов мы свяжем с двойным столбиком, с 2 столбиками. И еще, если мы захотим, чтобы у нас юбочка была снизу волнистой, то мы также вывязываем. Значит, мы заходим в элемент, да, вывязываем 3 столбика с накидом. 1 воздушная, в эту же арочку 3 столбика с накидом. И теперь, когда мы заходим вот в этот элемент, где было 2 столбика, что мы делаем? Мы заходим вот сюда, вот под арочку вывязываем 1 столбик, заходим в серединку элемента, вывязываем столбик. И опять под арочку следующую. И мы связали, вот у нас уже идет расширение юбки. Дальше мы заходим в элемент, вывязываем 3 столбика с накидом. 1 воздушная. И в ту же точку 3 столбика с накидом. Таким образом, у нас начинается вот здесь вот красота. Далее мы заходим под арочку, вывязываем столбик с накидом, в серединку элемента вывязываем столбик с накидом и под арочку. Далее мы заходим в элемент, в серединку вывязываем 3 столбика с накидом, 1 воздушная и 3 столбика с накидом. Вы можете увеличивать столько, сколько захотите. Можете пораньше начинать увеличивать. И в конце ряда обязательно третью петлю подъема. Таким образом, смотрите, она уже юбочка. И вот она за счет этих столбиков увеличивается. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А пока-пока!